В Синьцзян-Уйгурском автономном районе модернизируют линии электропередач. Развитие инфраструктуры ведется в рамках проекта «Один пояс, один путь». Напряжение в электросетях на западе Китая планируется увеличить в 3 раза. Дополнительную электроэнергию будут поставлять в соседний Пакистан. Тему продолжат наши корреспонденты. Синьцзян модернизирует электросети. Задача – увеличить емкость и пропускную способность ЛЭП. Эту электроподстанцию ввели в строй в июне. Она стала частью масштабного проекта по модернизации энергетической инфраструктуры региона. Синьцзян использует сети 220 кВт. Мы прыгаем сразу через 2 класса и увеличиваем их напряжение до 750 кВт. Это все равно, что провинциальную дорогу превратить в скоростное шоссе. Передача электроэнергии теперь будет быстрее и стабильнее. Для модернизации сети мы используем самые передовые в мире технологии. Синьцзян-Уйгурский автономный район имеет много ресурсов для производства энергии. В 2014 году примерно 10% от выработки, около 17,5 миллиардов киловатт-часов, было передано в другие провинции КНР. Модернизация основной сети позволит увеличить этот объем до 250 миллиардов киловатт-часов к 2020 году. Часть электроэнергии планируется экспортировать за рубеж. Государственная электросетевая корпорация планирует построить линию электропередачи из Синьцзяна в Пакистан. Она будет идти из города Или Синьцзян-Уйгурского автономного района в пакистанский город Лахор. Общая протяженность составит 2177 километров. Линию планируется запустить до 2020 года. Государственная электросетевая корпорация уже направила своих экспертов для исследования территории будущего строительства. Во время работ предстоит немало сложностей. Во-первых, мы испытываем серьезную нехватку технических специалистов, которые могут говорить на иностранном языке. Во-вторых, линии будут проходить через плато Памир и Кунлунь, которые имеют очень холодные и сейсмоопасные участки. В таких условиях сложно будет вести строительство. Также пока непонятно, на каких условиях будет финансироваться проект. Ясно одно, проект будет реализован, ведь развитие инфраструктуры – неотъемлемая часть глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Юлия Жень, Юлия Куц, Шэньсинь, CCTV.